Сдаешь дипломную онлайн. После зачитывания презентации тебе задают вопросы. Преподаватель спрашивает, что такое ферминоз. Твоя голова начинает кружиться. Экран начинает отдавать фиолетовым цветом. Откашливаясь от удушья, начинаешь судорожно искать ответы в интернете. От твоего куратора приходит сообщение. Теперь твои глаза принадлежат нам. На веб-камере видишь, как у всех участников начинает вытекать томатная жижа из ртов.